Однажды один ученый, проходя по парку, заметил на кусте кокон, из которого пыталась выбраться бабочка. В коконе была узенькая щель, и бабочка прикладывала все силы, чтобы вылезти из него. Ученый остановился и наблюдал за бабочкой какое-то время, но ей так и не удалось продвинуться даже на чуть-чуть. Тогда он достал перочинный нож и надрезал кокон. Бабочка тут же вылезла, однако ее тельце было немощным и слабым, а крылья еле двигались. Ученый продолжал наблюдать за бабочкой, думая, что ее крылья окрепнут, и она полетит. Но этого не произошло. Она так и не смогла полететь. Ведь именно те усилия бабочки, которые нужны, чтобы выбраться из кокона, укрепляют ее крылья и дают способность летать.